военкомате случай был, седой парнишка приходил, просил, чтоб его снова взяли в строй. Недоумение были все, никто не мог понять совсем. И лишь старый полкан спросил его: Чня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой. И что тебе покоя не дает? Седой парнишка постоял и взгляд свой в сторону убрал, чтоб слезы свои скрыть, чтоб слезы скрыть. В военкомате тишина, как приговор звучат слова, которые не в силах повторить. Я видел смерть, я видел бой, домой вернулся я живой, но там меня уже никто не ждет. Любимая моя с другим, и в этом мире я один, а там мои друзья штурмуют зод. Во сне я вижу страх и ад, и слышу звуки канонад, но там мои друзья всегда со мной. Они помогут и спасут, и руку дружбы подадут, ну а убьют, так тело принесут. Чня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой. И что тебе покоя не дает? Я видел смерть, я видел бой, домой вернулся я живой, но там меня уже никто не ждет. Любимая моя с другим, и в этом мире я один, а там мои друзья штурмуют зод.